20 апреля юные случане, любители живой природы, собрались в библиотеке на экотусовку. Подводили итоги работы детских экологических клубов «Слуцкие соловушки» и орнитологического фестиваля. В районе работает 42 клуба, где 386 ребят из 36 учреждений образования. Очень много добрых дел сделали ребята за год. Изучили врановых птиц, изучили в гостиной музея «Соловья» больше 10 видов других птиц Республики Беларусь, в том числе и охраняемых. Целый год по возможности в зимнее время подкармливали птиц. Это акция «Мы кормим птиц, а вы», которая была не только на территории нашего района, а благодаря средствам массовой информации к нам присоединились и жители других городов. Вот в зимнее время мы с ребятами очень хорошо знаем, что подкормка – это очень хорошее практическое дело, которое спасет многих птиц зимой от голода. 130 творческих работ поступило на конкурс «Врановые птицы, птицы-интеллектуалы». Малыши, дошкольники рисовали, самому маленькому 3 года нашему участнику. Они рисовали ворону серую и ее друзей. Ребята постарше создавали плакаты в защиту врановых птиц Республики Беларусь. Поэтому сегодня больше 30 участников, призеров, победителей нашего конкурса пришли на итоговое мероприятие, получат заслуженные дипломы. Ну а сейчас идет очень активная работа площадок. 5 площадок подготовили сотрудники экологического центра, педагоги, ребята, для того, чтобы еще более увлечь ребят орнитологией, миром животного, животным миром, растений, ну и немножечко просто отдохнуть. Простая, но увлекательная игра «Кто больше знает птиц», орнитологическая лотерея «Птичьи загадки», мастер-классы «Каркуша и соловушка», а также игра «Птичьи головоломки» совместили полезное и приятное. Все получили призы, сделали сувениры и, конечно, узнали много интересного. Наградили победителей районного фестиваля-конкурса «Врановые птицы, птицы-интеллектуалы». В нем активно поучаствовали не только школьники, но и воспитанники детских садов. Ваш любимый рисунок. Стеша, еще конфета от меня. Это мой любимый рисунок. Да. Молодец. Спасибо. Кучинская Арина, детский сад номер 11. Держи, Коля, пожалуйста. Спасибо. Рисунок нашла свой? Да, самые креативные и активные руководители клубов «Слуцкие соловушки» отмечены грамотами за деятельность по экологическому просвещению. Я учитель биологии. Я бы очень хотела, чтобы тут стояло в Слуцком районе много учителей биологии. Но, к сожалению, вот они активничают где-то, наверное, в другом месте, но не вот в таком экологическом движении. А вот Лидия Анатольевна вообще учитель иностранного языка, поэтому... Мне очень приятно, что даже такая часть педагогов стремится жить в гармонии с экологией и дружить с нашим учреждением. Поэтому спасибо большое и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Раз вы их изучили, уже все, ну, кому-то попались врановые, кому-то еще другие птички нашего двора.